Все депутаты Государственного совета Чувашии сдали профилактические тесты на коронавирус. Такие меры предпринимаются в канун очередной сессии парламента республики. 39-я сессия Госсовета, назначенная на 16 апреля, в этот раз пройдет в онлайн-режиме. В зал допустят только депутатов. Члены правительства и главы администрации подключатся к заседанию парламента по видеосвязи. То есть все вопросы, которые включены в повестки дня с участием наших руководителей органов исполнительной власти, они будут представлять в удаленной форме. На сессии Государственного совета будут приглашены только депутаты Государственного совета Чувашской республики. На сегодняшний день проект повестки дня сессии сформирован почти, но после утверждения уже на заседаниях комитетов где-то примерно пока около 17 вопросов.